Подбирайтесь! Вы были не одним обстоятельством, как исчез президент! Скажите, пожалуйста! За ним! Полиция, террористы, что меня еще ждет? Здравствуйте, мсье Септим. А? Что такое? Я могу подумать, что вы мне совсем не рады. Я рад. Счастлив даже. Счастлив. Он счастлив. А в чем дело? А в том, что жизнь нашего обожаемого президента находится под угрозой по вашей вине. Почему по моей? Мсье Септим, я требую, чтобы вы его спасли. А при чем тут я? А где же произошло несчастье? Где он был похищен, у вас или не у вас, а? У меня. Видите, у нас заодно это вас бы уже расстреляли. Вы пытаетесь счастье, сегодня счастливый день. Не упускайте своего счастья, покупайте билеты на лотерею. Ох, видал, здорово. Никогда больше этого не делайте. Я ни при чем, мадемуазель. Слушайте меня внимательно. Слушаю. Вы должны мне помочь его найти. Вот еще. Для этого нужно выманить волков из логовища. Каких еще волков? Тех, кто его похитил. Вы скажете журналистам, что знаете их в лицо. Да это неправда. Это не важно. Главное, чтобы террористы зашевелились. Чтобы меня прикончить, да? Да ну для этого они должны будут вылезти из норы. Наши окружат их и перестреляют. А до этого не пристрелят меня. Да не бойтесь, они этого не успеют. А вдруг все-таки успеют? Вам хорошо говорить? Ну, решайте сами, они еще успеют или нет. А вот я не промахнусь. Держите! Держите! Он нарушил! Утонет. Да, теперь ему конец. Конец. Ну что? Что же вы решили, а? Послушайте, мадемуазель. Что? Давайте обсудим все это еще раз в более спокойной обстановке. Что? Я говорю, обсудим еще раз. Приезжайте ко мне в ресторан завтра вечерком. Нет, я приеду не завтра, а сегодня.